Лето – это время риска для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Отделение реанимации Центра оказания помощи больным инсультом переполнено. Заведующий нейрохирургическим отделением областной больницы говорит, очень много людей страдает не столько от жары, а столько от того, что они не подготовлены к лету. Во-первых, нужно вести здоровый образ жизни и заниматься физкультурой. Во-вторых, нужно проходить подготовительную терапию к жаре, особенно тем, у кого не в порядке сосуды. Комфортная температура, в которой может пребывать человек, это 18-25 градусов по Цельсию. Как только становится жарче, человеку становится необходимо потреблять больше жидкости, иначе происходит сгущение крови. Мы недавно пережили подъем температуры до 33-34 градусов. Практически постоянно, ежеминутно звонили, обращались, ехали скорой помощи, привозили больных с инсультами, с инфарктами. Для того, чтобы не происходило сгущение крови, нужно постоянно пополнять жидкость в своем организме. Нужно пить воду и есть овощи и фрукты. Особенно полезны огурцы, плоды деревьев. Пища должна быть богатой солями, калием, магнием, изюм, какао, бананы, гречка, миндаль. Это все укрепит сосуды. Учащаются летом и случаи повреждения позвоночника, особенно шейного отдела. Зачастую это результат неудачных прыжков в воду. Самое основное – это как можно в ближайшие часы, в 3-6 часов первых прооперировать, потому что это орган сохраняющий, так называемая операция. На сегодняшний день медицина не знает, как восстанавливать спиной мозг, поэтому будьте осторожны, особенно на отдыхе.